Всем привет, ребята, с вами профессионал Саня, и в этом видео на Крисалексе я вам покажу, что вышел новый режим под названием Murder Mystery. Вот он. То есть это новый режим, это уже очень популярный, на него сложно зайти, ведь сервера вечно заполнены, ведь на сервере 5000 онлайн как-никак, и все люди хотят поиграть в новом режиме. То есть зайти туда это немножко проблематично. Всем приятного просмотра. Так, у меня 8% стать либо маньяком, либо детективом. А я бы хотел стать больше этим. Больше убийцей. Либо же детективом. Но ни в коем случае не мирным. И я мирный житель, но как так-то? Интересно, что это за игра, ой, за карта такая, какой-то подвал, видимо, да? Ну, да. Тогда давайте перейдем на следующий этаж. Не этаж. Здесь вы могли подумать, что сюда можно только за одно золото пробраться, но это не так. Здесь есть сломанная стена, через которую можно пройти. Так, загадочное зелье. Она уж очень загадочная, ведь я не знаю, какой эффект оно мне даст. И никто не знает. То есть, как бы это можно сказать, рандом. Я даже не знаю, если там какое-то плохое зелье. Или... там зелье, ну не знаю, супер слабое, или же, который даст мне хороший эффект, к примеру, невидимости, скорости, что там типа такого. Лично я не знаю, какие здесь могут быть эффекты, и меня убийца не, под эффектом невидимки. Да ты шо. Ладно, тогда следующая игра. Думаю, шансы на то, что я стану убийцей, очень маленькие. Я больше детектив. Здесь много игроков. И я опять мирный житель. Серьезно. Ну ладно, зато теперь мы знаем, что это какой-то прикол. Я бы хотел отыскать золото, кстати, я его уже нашел. Чтобы собрать 10 золота и получить лук. Чтобы при возможности я мог подстрелить игрока. Ну, не игрока, а, конечно же, игрока, который является убийцей. Но пока что я не могу понять, кто вообще здесь убийца. Но здесь валяется труп игрока. А также, кроме трупа, здесь есть много подозрительных игроков. О! Так. Так, это зелье прыгучести, кстати. Верно? Медлительность! Да вы что? Ой, ну как мне не повезло. Кстати, я вам хочу дать фишку за... За игру убийцы. В общем-то, смотрите, я уже здесь несколько игр поиграл и даже несколько раз умудрился играть либо же за детектива, либо за убийцу. Смотрите, чтобы выиграть, вам убийца тоже должен собирать эти золото, 10 слитков, чтобы у него был лук и одна стрела. Меня так однажды заскамили, ведь один игрок так сделал. Показал мне лук, типа якобы он детектив, я ему поверил, и он с руки достает меч и уничтожает меня. Просто брать там 5 золота, примерно, брать себе зелье, и вы можете стать невидимкой, играя за убийцу. И как бы... ну... уничтожать под эффектом невидимости игроков. Кстати, у меня шансы быть убийцей намного больше. Я стану убийцей, давайте.
мирный, да вы шо? Ребята, я, кажись, что-то наподобие... Нашёл что-то наподобие нычки. Кто додумается вот сюда залезть? Вот кто? Только я. Давайте я закроюсь и спрячусь за шкафом. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, чтобы вы хотели увидеть на моем канале. Только, ребят, не обзоры модов. Ведь обзоры модов это не по теме моего канала. Типа, смотрите, мини-игры, там, не знаю, выживание. Или выживание с модами. Или, ребят, прохождение там карт жутких. Ну, короче, напишите в комментариях. Лично я ничего не знаю. Ой. Там был игрок. И я не уверен, может ли он быть убийцей, либо же мирным игроком. Поэтому лучше я спрячусь. А давайте я лучше спрошу, кто убийца. Может, убийца сам сознается и его уничтожит. Так. Слушайте, здесь кто-то по-любому обманывает. Ведь, ну не может быть, сразу два убийцы. О! Что? Так, кого-то уничтожили. Ладно. Что-то мне не нравится, то, что кого-то уничтожают. Ну нет, ребят, как-то убийца уж слишком такой скрытый. Но он убил всего лишь одного игрока за всю игру. Ой, 5 игроков за всю игру. И дальше он как бы слишком долго действует. Не знаю. Интересно, а почему Маньяку теперь стало вдруг легче меня искать? Твою ж... Твою ж дивизию, ребята. Ой. Это убийца, вот убийца. С розовыми штанами, я уверен. Ух, победа. Слушай, а почему победа, если маньяк... Время прошло. Понял. Хорошо, ждем новую игру теперь. О нет, новая игра, и она уже начинается напряженной. То есть уже 3 игроков как минимум уничтожили. Ух, ложка тут был не настоящий, а фейковый. Уф, но какая-то игра, скажу честно. Вот игра за не убийцу, это слегка скучно. Слушайте, а я, кажется, придумал. Я ж могу... Минуточку залезть! Как же это было неожиданно и жутко. Нифига себе, конечно. Ну, игрок, конечно, так поступил жестко. Ладно. Давайте, новая игра. Поехали. Ребят, а я, возможно, сейчас, кстати, найду это лук. Лук по лбу стук. Это убийца. Вот там убийца стоит. Ребята. Иди сюда. Сейчас подерусь с этим убийцей. А, это не... Зайди меня! Нет. Ё-моё.
Давай, чувак, спасай. Реакция у меня совсем... Да! Я настиг этого момента. Я стал убийцей. Ну все, ребят. Ваш час смерти настал. Это что так, ребят? Не может такого. Ну как меня так быстро нашли? И в следующей игре я стал детективом. Хорошо. Хорошечно. Слушайте, а я же на этой карте знаю много ночи. Вроде как знаю. Да, это та самая карта. Но я не помню, в каком именно здании. А... Ну что меня преследует? Что за фигня? Иди ты нафиг, блин, это убийца. Победа. Домой. Давайте напишем. Гы-гы. Вот. Все написали. Блин, я так его угарно посрамил, это было смешно. Ладно, следующая игра. Ой, фу, что там было? Кстати, посмотрите, какая здесь есть фишка. Это такой канат. Блин, вообще, мне так нравится эта фишка, ну реально. Вот за такое, ребят, можно поставить лайк. Интересно, вот людям здесь не жутко в АФК стоять, но как бы их же могут уничтожить. Опа-на. Так. Так. Поехали, ребят. Передумали, что убили кого-то? Ой-ой. Да? Убили кого-то. Или нет, мне показалось. Нет, мне показалось, я уверен. Ух, сколько здесь золото, кстати. Я думаю, мне это золото поможет как-нибудь. Вот я опять еду. А, нет, 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 куда, 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 нет. Ой, нет. Что за фигня, ребят? Это вообще очень угарно. Ладно, ребят, на этом видео заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь.